Мы будем Ну, давай откроем посмотрим упаковку. Ой, а что это такое? Не знаю. Мы сейчас это откроем и будем смотреть. Это стаканчики. И вот это посмотрим. Какие разноцветные стаканчики. Там какой цвет? Розовый. Там розовый, синий. Blue. Синий. А это какой? Зеленый. Еще один, как вот этот, побольше чуть-чуть, да? Ну, какой-то другой. Что ты будешь там собирать? Показывает, как делать мороженое. А как делать мороженое? Дай посмотрим одну карточку. Давай ближе посмотрим, чтобы узнали, как делается это мороженое. Ями! Какое красивое, какое красочное. Ями! Прям покушать хочется такое. Да. Сначала мы будем начинать с этого. А что это такое? Это чтобы на мороженое класть. Как сироп, да? И там да, есть коричневый, сироп. Шоколадный, да. Наверное. Ну, это жидкость, это мыло. Это мыло? Да, разноцветное мыло. И сейчас мы окроем, поставим вот эту штучку сюда. Смотрите, это жидкость. Это как бы сироп, который идет на мороженое. Да. А красное какой вкус? Это клубники. Сейчас мы закрыли. А коричневый шоколадный. Да. Ну давай посмотрим. А крышки мы поставим около них. Ну коричневый, он как сиреневый похож. Закрываем. И потом вот так будем нажимать. Я положила уже стаканчик сюда. Сюда кладем стаканчики, которые готовы. Ну покажи нам, какие стаканчики туда идут. Положи их. Не, ну они еще не готовы с мороженым. А, окей. Первый я буду делать. Вот смотри. Шоколадный тоже поставим. И мы сейчас будем пользоваться белый цвет. Вот. Подожди, я хорошо вижу. Это белый. Вот, мы взяли белый уже. Смотрите, какой он красивый. Сейчас мы положим вот в эту синюю штучку. Вот так. А что это получится? Это получится посыпки, чтобы насыпать на мороженое. Ой, я неправильно. И сейчас мы сделали неправильно, но сейчас мы делаем правильно. Мы должны сюда положить пластилин в эту серую штуку. Чтобы получилось что? Из которой можешь их. Теперь порежь. Порежь их синей вот штучкой. Есть такая. Смотрите, это берем и кладем это сюда. Вот какие. Вишни. Какое красивое мороженое получается. Сейчас посыпем последний. Синее мороженое. Вот у нас первое мороженое готово. Складем, значит, сюда. Очень красивое получилось. Как настоящее. Сейчас подожди, это белое пластилин надо собрать. И вы знаете,
Да, я уверена, все детки знают, что такое слайм. Вот смотри, здесь тоже еще осталось. А ты хочешь свой слайм показать? Вот, я взяла сейчас шире пластилин. И смотрите, здесь есть маленькие формочки. Я сейчас буду делать звездочку. Смотрите, кладем пластилин внутрь формочки и достаем. Смотрите, и получилась звездочка. Ой, какая красивая синяя вот морская это. Звездочка. Вот синяя звездочка. Сердце большое. Сейчас бы надо снять. Чтобы лучше было видно, да? И мы будем делать грибок. Вот он грибок. Вот, получился грибок. Смотрю. Грибок, по-моему, крем стоит. И сейчас мы можем... Давай сделаем, что там еще есть. Малинка. Давай конфетку сделай или медвежонка сделай. Я сделаю конфетку. Вот конфетка. Ой, какая красивая получилась. Вот она видна. Давай медвежонка попробуем. Вот медвежонка. Ой, какой красивый. Здесь блестки. Мы будем добавлять слайм. Смотри, золотистый и серебристый. Ой, красивые какие, правда. И вот это пластилин белый, розовый и синий. Ой. С какого цвета мы начнем с пластилина? Давай начнем с синим цветом. Да, давай. Или белым. Или белым. Давай какой белым. Ты хочешь? Давайте. Это хейдл. Это такой пластилин. Да, вот. Вот я сейчас поставлю, смотрите. Другой. Липкий. Нет, как клей? Нет. Нет. Сейчас мы его достанем. Сложно достается, да? Да. И туда ты можешь добавлять что хочешь? Нет, там. В это ты ничего не добавляешь. Он просто чуть-чуть слипкий. Угу. Потому что он тянучий. И он тянет. Да, ну легко выходит. Вот. Да. На руках не остается. Так кажется, что прямо такой липкий. Вот, смотрите. Сейчас тоже липкий. Покажи нам цвет. Вот, подожди. Поближе посмотрим. Ой, прям пальчики оставляет. Да. Вот я его вытащу. Тоже тянется такой, он еще больше тянется. Да. И смотрите, он делает звуки. А этот пластилин? А этот не делает, а тот делает. Он как будто мокрый. Потому что он слайм. А, слайм мокрый бывает? Отсюда есть мокрый. Вот сейчас мы будем добавлять блестки. Давай добавим. Какого цвета добавить? Серебристый или золотой? Давай посмотрим. Давай на розовый добавим золотой. Да? Да. Красивый. А я думала серебристый. Ну, раздумала серебристый, давай. Какой цвет откроем? Давай откроем зеленый, ярко-зеленый. К
Смотри. Вон ярко-зеленый у тебя. Это? Слайм, да. А что это такое? Это, покажи нам. Это очень твердый, это пахнет. Это глаза и рот. Потом все будешь мешать вместе? Какой красивый. Готовы? Вот они. Да, очень красивые. Ой. Как красиво получается. Ну, смотрите, что получилось. Он уже так больше не тянется. Как блестки добавила, он начал не так тянуться. Блестки его тормозят, чтобы мы тянулись. Но красивее стал. Просто он уже не тянется. Блестящий стал. Он рвется. А, уже не то получилось. Ничего, зато красиво. Прозрачный зато. Давай откроем зеленый. Где зеленый? Покажи нам. Зеленый. Давай откроем зеленый. Синий. Оранжевый. Еще какие цвета есть? Положи их друг на друга. Больше нет. Я даже это хорошо закрою. А то они ровно не станут, да? Это темно-синий, смотрите. Он чуть-чуть липкий. Я знаю, что он новый. Но ты его еще не открывала? Открывала. Но он очень липкий. Знаете? А, у этого другая текстура, да? И вот у этих тоже другая. Эти блестящие. Это ты сделала с блестками? Нет. Так шел? Да. Ну, смотрите, когда ты делаешь, там маленькие бусинки. Смотрите. Тоже прозрачный, правда? Там маленькие бусинки. Красивый цвет. Еще раз так сделай, посмотрим, как он прозрачный. Ой, прям глаза видны. Зеркало. Еще какие цвета? Это темно-синий. Бирюзовый, красивый. Это розовый. Розовый. Он блестящий. Вот эти три. Вот эти три. Они скользкие. Так. Он прозрачный. Как, не как синий, а по-другому. Смотрите. Вот такой. Это тоже как. Да, правда, такой красивый. Вау. Я тоже. Сейчас я покажу, как. Ой, это просто прозрачный с блестками фиолетовый. Какой у тебя ободок красивый. Спасибо. С цветочками. Какой он цвет? Он цвете разный. И вот это мой следующий. Это прозрачный, да? Да. И это серебристый и розовый. Вон что получилось. Сколько ой, там ой, что? Ой, они сейчас упадут. Сейчас... Ой, спалится. Дай. Ой. На. Ой. Так, делай. Ну, блесточки. Вы какие готовы? Блестки? Покажи нам. Вот он.
теперь надо их размешать. Сегодня блестеть, гореть, красивые, очень горят, видите, как горят они, и красивые, правда. Заворачивать будем. Ой, ничего, половина блесок ушли, ну ничего, у нас там еще много. Еще раз так сделай, посмотри, как красиво. Вау, как красиво. Сейчас, так, подержи, посмотри. Александра, как горит. Сюда чуть-чуть. Поставите.